гости, монетки в море забросить, их слы чисты, а ты полни обосени. Там в море приз свежий, след замка вздох, ветра ты ждешь, жадно, где, где же стороны свет.
следующая песенка называется «100 байт одиночества». Горе, вот горе, ну как тут быть, что ж в самом деле? Не научили детей любить, не доглядели. В плохо скопированной дворе числится прочерк, и надвигается новый век, век одиночек. И надвигается новый век. Нам доказалось, проблемы нет. Это ж не числа, это ж так просто, как вдох, как свет. Что там учиться? Умные мысли, IQ за 100, жаркие споры. Но не родня никому никто, просто партнеры. Но не родня никому никто. Нынче любовь, как в былом кино, выглядит странно. Тычется мордочкой, как щенок, в плоскости экрана. Сразу у сотен друзей в гостях мечется где-то, рыбкой запутавшейся в сетях интернета. Рыбкой запутавшейся в сетях. Кто-то сплетет венок, воду уронит. Может, найдется еще щенок, ткнется в ладони и отзовется родимый твой нежностью жаркой. Может, отыщется кто живой за аватаркой. Может, отыщется кто живой. Может, найдется забытый знак между листами. Может, научатся как-то так, как-нибудь сами. Век растворяется, тает дым, щелкают числа. Не растеряться бы нам самим, не разучиться. Век растворяется, тает дым, щелкают числа. Растеряться бы нам самим, не разучиться бы нам самим. Евгений Исакевич. Еще раз напоминаю, что завтра в течение дня в рамках фестиваля